Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня. Сегодня я рисую много-много шариков. Миллион шариков. И, конечно же, у нас рисование на 1 мая. Это самый классный праздник, потому что весна и потому что есть выходные. И это здорово. Для работы нам сегодня понадобится белый лист бумаги, восковой мелок и акварелька, потому что будут у нас разноцветные шарики. 1 мая я напишу справа внизу, а здесь много-много шариков. Сначала напишем 1 мая. Смотри, как я пишу 1 мая. Сначала я пишу 1, 1, а теперь пишу МА-Я. М, вверх-вниз, вверх-вниз. А, вверх-вниз, и перекладина, и теперь я. Я. Палка, ушко, ножка. Твоя или моя. Получилось 1 мая. Очень легко написать. А теперь много шариков. Смотри, шарики и большие, и маленькие. Они будут сверху и снизу. Сверху я рисую овальчики. Везде, даже сверху. А продолжаю вниз. Большие и маленькие. Большие и маленькие. Большие и маленькие. Чем больше овальчиков, тем лучше, потому что будут разные цвета у наших овальчиков, и это будут наши шарики. Шарики не просто так, кружочки. Это неправильно. Нужно им маленькие хвостики нарисовать. Такие, треугольный хвостик на каждом шарике, на каждом овальчике, чтобы он превратился в шарик, 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 шарик. Я так всегда повторяю, и получается здорово. Ох, а теперь шарик все-таки не шарик, потому что шарик без маленькой веревочки, это все-таки не так классно, его нельзя схватить и держать около себя, а потом отпустить и радостно смотреть. Что мы делаем? Рисуем маленькую веревочку, маленький хвостик, маленького мышонка, и получается у нас хвостики около каждого шарика. Вот это рисунок. Мелок нам больше не понадобится. Теперь нам понадобится кисточка. Кисточка и акварель. Или гуашь. Я раскрашу акварелью. Это здорово. Начинаем. И как мы начинаем? Мы берем любой цвет, например, розовый, и красим первый шарик. Красим, 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 красим. И хвостик тоже. Отличный розовый. Смываем кисточку. Как раз мы сейчас натренируемся. Мочить и смывать. Мочить и смывать. Это очень важно, потому что тогда у тебя в следующий раз обязательно все получится. И будут у тебя яркие краски, и не будут смешиваться. После розового я возьму желтый. Мне очень нравится этот цвет. Очень яркий. И нарисую желтый шарик и желтый треугольничек. Вот, желтый, красивый. Смою кисточку. И так каждый раз. И это скучно. Это не скучно, это весело. Потому что смываешь ты быстро, а красишь ты тоже быстро. Получается голубой шарик. А теперь самое интересное. Каждый раз выбрать новый цвет. Если у тебя больше цветов, то хорошо. Если мало, то можно смешивать. Давай я возьму теперь зеленый. Зеленого я еще не брал, а зеленый очень красивый цвет, такой синий-зеленый. Вот красота, 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 вот какой, ой, какой яркий цвет, красивый. Так, а здесь какой цвет? Мне кажется, синий здесь очень подойдет, синий яркий цвет. Самый яркий свой синий цвет выберу и покрашу. Красота, синий-синий-синий шарик, отличный. И треугольничек. О, а здесь я хвостик забыл. Хвостик надо пририсовать. Вот так вот. Хвостик есть. Так, следующий цвет. Мне нравится оранжевый. Очень красивый цвет. Похож на апельсинки. И вот так я его крашу. Стараюсь за край не заходить. Оранжевый покрасил. Все, отлично. Следующий цвет. Следующий цвет. Следующий цвет. Дай-ка выбрать. Дай-ка выбрать. Розовый. Нет, я уже брал розовый. Фиолетовый. Фиолетовый здоровский. Давай, давай фиолетовый следующий. Фиолетовый тоже красивый цвет. Вот здесь я его использую, вот здесь. Ты можешь выбирать свои цвета, это здорово. И вообще можно смотреть видео поменьше. Просто смотреть и рисовать, а после этого на мир смотреть и рисовать, а после этого делиться. Делиться с друзьями, подарить маме рисунок, например. Осталось два шарика, и хочется выбрать яркие цвета. Красный я еще не брал, а мне хочется. Красный цвет очень красивый, я как раз его около красного цвета. Нарисую вот здесь яркий красный цвет. И 1 мая, это же тоже праздник, красный день календаря. Ну, здорово. Остался только один цвет. Белый. Не хочется оставлять желтый, не хочется серый. Слишком просто. Какой же выбрать? Голубой уже был. Зеленоватый. Желтый-зеленый. Я еще не брал вот такой цвет. Он и не желтый, и не зеленый. Мне и желтый, и зеленый нравится. А еще нравится, когда яркая травка растет. И яркая листва появляется. Самая такая ранняя. И вот этот цвет ранней весны. Цветов мало не бывает. Много не бывает, да. Много не бывает. И мы рисуем, раскрашиваем. 1 мая – простой праздник.
вернее, мой рисунок простой, а праздник очень яркий. И я думаю, что он поможет тебе, мой рисунок, чтобы повеселей что-то сделать. А может быть, даже сделать приятное кому-то из близких. Вообще весело пораскрашивать. Приходи на Рыбакит, подписывайся, рисуй с нами и делись своими рисунками. Мне нравится посмотреть твои, хочется посмотреть твои шарики и поставить тебе большой лайк. С праздником. Пока-пока.